Здравствуйте. Здравствуйте. Ожидаю вас. Покажи, нет. Вы бронировали столик? Да. Вы бронировали, да? Да. Что вы делаете? Подожди, я понял. Я вот эту корочку показывал. Можешь вот сюда я тогда показать. Зачем? Ну, в прямом смысле, зачем? Мы всех осматриваем. А, ну, начальников, смотри. Начальников. Сумочку открыть, у вас документы есть получится? А зачем мне документы? Что зачем? Ну, прямо я на работе. Ну зачем вот я тоже показывал? Ну, вот, только вы что? Ну вы же не при исполнении. Ну вы же подожди. Я постоянно при исполнении. Что это надо? Ну, вы можете, да, можно? Да. Извините, что-то. Что-то ребята вы не помните. Мы это все поняли. Я тоже знакомый рабочий, ничего не посадили. Ну что ж, долго, знаем. Сейчас мы будем... Отправь этот экипаж ко мне сюда на помощь, в 7-5. Ну, 7-5, он напротив Будина. Радочинский же. А что у вас этот экипаж я просил на 7-5? Ну, что-то долго они едут, в центре долго едут. По Дублину где-нибудь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти граждане. Вот и в обходе территории вот этих граждан, ну, по ориентировкам походят, у нас разбойное нападение, нужно бы ставить, а где полицейский 6. Вы 6? Да. 6, Лудогород? Да, не Лудогород, да, да. Миша, где? Пойдем. Ну, у нас же есть тоже свои инструкции. По работе. А кто там женщина? Это будет понять, если вполне сложно связано. Уважаемый, вы немного больше будете, да? Потому что в следующий раз вы вместе поедете со мной. В следующий раз. Зачем? Как зачем? Ну, вы пока еще ориентировки не подходите. Не подходите. По другой будете подходить.